Рыбакит, папа рисует. Привет, ребят! Сегодня урок для родителей, как научить ребенка рисовать. Один из способов рисования, давайте порисуем. Все ролики я постараюсь сохранить, и сегодня такой необычный ролик. Для этого нам понадобится карандаш, можно твердый, можно мягкий, неважно. Здесь мы начнем рисовать такой пейзаж из полосочек сегодня. Это солнышко, это моя гора. Гора вот такая будет, вот такая гора будет. Такие горы у меня здесь. Речка идет, здесь неровная, такая ровная, ровная, неровная такие поверхности. Здесь еще две горы, одна гора идет, вторая гора и третья гора. Такие холмы я бы называл. Здесь деревья, я нарисую деревья, сюда идут они, мои деревья, и расходятся в разные стороны ветви. Потом я продолжу их потом уже рисовать. А здесь маленькое дерево. Здесь нужно, вот когда вы рисуете простые рисунки, вот это вы можете помочь ребенку нарисовать. Потому что он не сообразит или как немножко стесняется для того, что у него нету каких-то способов рисования, он уже не привык к этому. А вы покажете, что очень легко можно нарисовать такие каляки, кружочек и начать при этом раскрашивать. После этого раскрашиваем. А раскрашиваем мы или масляной пастелью, или же гелевыми мелками, к примеру, да? И начинаю я с желтым раскрашивать солнышко. Мое солнышко ярко-желтое, очень такой лимонный цвет желтый. Давайте другой возьмем. У меня два желтых цвета. Это лимонный, он очень лимонный. О, этот уже лучше. Простой рисунок каким образом? Можно фломастером рисовать, кстати. Да, фломастером, кстати, подходит тоже рисование. Я рисую около солнышка такие круги. Супер развитие для ребенка. Я думаю, прям все поймут, что это такое, для чего нужно. Все родители понимают, что нарисовать круг вообще трудно. А если обвести уже готовый круг, то легче. И ты начинаешь все лучше и лучше обводить. И твое развитие мозга, связанных с рукой, развивается еще лучше и больше. Отлично. Вот так я теперь обвожу желтым. Здесь я могу немножко добавить оранжевого, чтобы был такой переход. Хотя это не обязательно. И здесь рисуем. И когда уже не хватает, я просто заканчиваю и начинаю опять. Заканчиваю и начинаю опять. Вот это немножко трудно, мне кажется, ребенку будет понять, что надо закончить и начать. И даже если он криво все нарисует, вы не обращайте на это внимания. Прям просто получайте удовольствие, когда вы видите, что ваш ребенок рисует. Спасибо, я всем помашу. Помахаю. И теперь я беру красным, и небо у меня красным заканчивается. Я нашел такой урок в интернете, легко найти, я думаю, вы можете свое что-то придумать, и очень простой. Мне показался он супер простым, и то, что я хотел сейчас показать, как научить рисовать. Вот таким образом мы нарисовали супер яркий пейзаж, почти яркий. Мы еще продолжаем. Дальше я буду использовать зеленый цвет. А здесь я возьму ярко-зеленый цвет и обведу вот эту полосочку. А теперь обведу здесь вот такие полосочки, вот так вот. И я стараюсь это делать быстро. Если вы не успеваете, ставьте на паузу. Отлично, получилось? Получилось. Теперь я возьму фиолетовый цвет. Фиолетовый вот этот вот бугор у меня будет фиолетовый. Я не знаю, что это будет за цвет, но вот я попытаюсь вот эту форму бугра немножко повторить. И как бы показать, что здесь у меня поле и здесь пашня, к примеру, идет фиолетовая. Может быть, там лаванда растет. Отлично. Также я хочу еще розовый добавить, но он уже, мне кажется, сюда не войдет. Здесь я хочу синим сделать. Можно голубым. А вот здесь синим, точно. Давайте вот это голубым. Вот этот бугорок голубым. И видите, прям можно по-разному делать. Вот так, так. Теперь я в эту сторону. И прям дерево я закрашиваю. Еще раз сюда иду. И вот так ровненько делаю. Сейчас мои ребята ходят в подготовительную к школе. Им 6 и 5 лет. И они этим занимаются каждый день. И даже получают удовольствие. Что не так часто получается от каких-то занятий получать удовольствие. Вот от рисования прямо, рисуночки прямо. Ну, если вашему ребенку еще нету 5 лет, а он учится рисовать, то можете попробовать. Если он не зайдет, то не переживайте. Просто покажите, как бы вы это сделали. И, конечно же, повторяю, что лучше всего рисовать вместе с ребенком. Без ребенка рисовать ему одному и заставить очень трудно. Попросить, чтобы он что-то делал, тоже трудно. Тут я делаю все фиолетовым, так по кругу идет. Вот сюда загибается моя пашня, сюда фиолетовый. А здесь я синим сделаю. Отлично. Синяя и тоже ровненькая, но не очень. Наверное, вот так будет идти. Вот так я рисую, она такая наискосок. Надеюсь, все видно будет.
наискосок синеньким, почти готово. Я хочу немножко все-таки добавить розового, немножко повеселить эту работу, чтобы она была и для девчонок тоже. Можно розовым добавить в прострации вот эти вот полосочки. А теперь берем черный и рисуем наш пейзаж, да, заканчиваем. Заканчиваем дерево. Деревья — это самое, мне кажется, интересное и возбуждающее в рисунке. Когда вы рисуете дерево, вы думаете, как оно росло, почему оно извивается, колючее оно или круглое, ровное или еще какое-то. И из-за этого мне деревья очень нравится рисовать. Что оно расширяется, я объясняю детям. Ну и сам немножко изучаю деревья, когда рисую тоже. Так вот получается, мы нарисовали такое дерево. Этот рисунок закончен. Основные, как бы, техника рисования, я думаю, родители поняли, что прям рисовать вместе. Вы рисуете, и мальчик или девочка рисует. Начните с солнышка, нарисуйте таких бугров, примерно похожих, можно своих. После этого начните круг желтым, оранжевым карандашом. Лучше можно фломастером прям, потом красным. А после этого каждый вот эту полосочку по-своему раскрасьте. Получается здорово. Призываю подписываться на канал, на Инстаграм. Инстаграм будет развиваться, появляться все больше и больше. Я буду общаться. Пишите мне, что бы вы хотели бы. Обязательно буду продолжать. Так что не уходите далеко. Сейчас будет еще один рисунок для родителей, урок рисования. Пока.